Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про зміни у транспортній мережі Дніпра. В нашій студії депутат Дніпропетровської міської ради, голова комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку Каміль Примаков. Вітаю вас! Здравствуйте! Каміль Примаков – депутат Дніпропетровської міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку. Має 4 вищі освіти, є кандидатом юридичних наук, має наукові праці. Доцент кафедри загальноправових дисциплін у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Віце-президент Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед громадою та відзнак президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Має чорний пояс від інтернаціональної організації карате. Камілю, в минулому році на міських маршрутах почали з'являтися великі автобуси. Чи планується продовжити цю практику в цьому році? Добрый день, уважаемые зрители. Здравствуйте, студия. Спасибо за вопрос. На самом деле, стратегия городского совета, депутатского корпуса, профильной комиссии по вопросам транспорта и, безусловно, департамента – это укрепление подвижного состава. Что такое укрепление подвижного состава? Это старые маршрутки, так называемые, маленькие машины, заменить автобусами первого класса большой вместимости. Это наш приоритет, это наша задача, и мы его скоро реализуем. Скажите, а какие изменения будут? Тобто людям станет зручніше, так? Автобусы будут больше? Да, я хотел бы уже сказать вот то, что в ближайшее время граждане нашего родного Днепра смогут увидеть уже на дорогах, это укрупнение подвижного состава на определенных маршрутах. Вот, например, на каких самых? Например, маршрут 101, вокзал Тополь. На сегодняшний день там ездит 26 единиц транспортного автобуса в руты. Они будут заменены уже с марта месяца на автобусы первого класса «Вольво». В районе до 15 единиц уже выйдет на этот маршрут. Также маршрут 76, это Левобережный 3 рабочая. В эту субботу уже выезжает туда новый транспорт. Это новые автобусы МАН в районе 10 единиц. И, соответственно, также маршрут 158, это вокзал Северный. Сейчас там ездят тоже эталоны 12 единиц. И уже в начале, в середине марта до 10 единиц МАНов, это больших автобусов, тоже выйдет циркулировать на этот маршрут. Это вот то, что в ближайшее время, это уже до марта месяца включительно будет реализовано, и в нашем городе люди смогут уже ощутить на себе качество совершенно другого подхода к перевозке. Зовсім інший рівень буде. А скажіть, як швидко вдасться прибрати всі малі маршрутки з цих маршрутів міста і взагалі з усіх маршрутів міста? Ну, для того, чтобы убрать все маленькие машины, необходимо делать это постепенно. То бишь, это проводится постоянная работа с перевозчиками, которым мы постоянно наталкиваем, их подталкиваем на то, что они должны заменить подвижной состав. Приблизительно по статистике, где-то в один квартал на улицах появляется около 60-70 единиц подвижного состава автобусов первого класса, большой вместимости. В данной концепции мы планируем, что до третьего квартала 2021 года в нашем городе уже не останется маленьких микроавтобусов, а везде будут циркулировать только автобусы большой вместимости. Тобто ще почекати трохи більше року і вже все буде, так? Да. Як це вплине на маршрутний рух? На сьогодні менше навантаження, менше навантаження, вірніше, буде на
Конечно. На сегодняшний день каждый водитель ощущает загруженность дорог. Если мы укрепляем подвижной состав, маленькие уходят, остаются большие авто. Вот я привел только что пример. 26 единиц РУТ будет заменено на 15 единиц автобусов первого класса. Соответственно, и дороги станут свободнее. На сегодняшний день идет работа с изменением транспортной инфраструктуры нашего города. Но вот многие задают вопрос, а что такое изменение, когда оно произойдет и как оно вообще должно происходить? Я хочу сказать всем, что уже сегодня ежедневно происходит плавное изменение транспортной маршрутной сети. Как оно происходит? Ну, к примеру, например, там маршрут 101, который там, в ближайшее время на свой маршрут выводит 15 единиц автобусов первого класса. Соответственно, снимает 26 единиц маленьких автобусов. Это изменение? Изменение. Соответственно, просчитывается пассажиропоток, загрузка дороги и много других остальных факторов, которые просчитывают специальные профильные институты, специальные организации, департамент транспорта, который непосредственно профильный орган, который работает над этим. И мы постепенно вносим изменения в эту транспортную инфраструктуру нашего города. И мы ее закончим, соответственно, с полным окончанием и с полной заменой на крупногабаритный транспорт. То бишь я могу сказать смело, что новая транспортная инфраструктура, новая транспортная модель будет окончена к третьему кварталу 2021 года, к тому же времени, к которому мы планируем закончить и замену малого транспорта на автобусы первого класса. Зрозуміло. А що, розкажіть, що в Дніпрі раніше були всі зупиночні комплекси радянських часів. Зараз вони замінюються, і вже Дніпро зробило якісний прорив. Так, скільки зараз нових зупинок встановлено, і скільки ще планується в цьому році встановити? Ну, я думаю, що всі жителі нашого міста сьогодні можуть невооруженим оглядом побачити, що на вулицях происходит замена старых конструкций остановочных комплексов на новые, либо там, где их вообще никогда не было, появляются новые антивандальные остановочные комплексы. Приблизительно в нашем городе на балансе стоит около 1500 остановок. Из них там, где есть конструкции, это в районе 430, там, где есть какая-либо конструкция. На сегодняшний день новых объектов, замененных, уже есть 116. Это есть, которые поменены за бюджетные деньги. Есть, которые так называемые инвестиционные. Есть так называемые отдельные, которые были переданы нашему городу участниками транспортной инфраструктуры. Я про них расскажу чуть-чуть дальше. Вот. И на сегодняшний день 116 новых остановок уже у нас функционируют и стоят на улицах в Днепре. Буквально пару дней назад я презентовал итог меморандума между мэрией и перевозчиками. Это 16 новых остановок, которые были размещены. В основном это проспект Дмитра Яворницкого, бывшее название проспект Карла Маркса. Площадь Успенская, площадь Соборная и набережная. Что это за остановки? В условиях договоренности между мэрией, мэром города, департаментом транспорта, профильной депутатской комиссией и перевозчиков пришли к такому общему соглашению, что те люди, которые зарабатывают на транспортной инфраструктуре у нас в городе, это перевозчики, они бы могли что-то тоже вложить для наших горожан и для улучшения вот этой той же транспортной инфраструктуры. И поэтому был предложен вариант перевозчиками, был предложен вариант поставить новые остановочные комплексы. Департамент транспорта отбирал места, на каких целесообразно их установить. И получается, по направлению движения этих маршрутов были поставлены новые 16 остановок. Я считаю, что это очень хорошая и правильная формула взаимодействия между
местной властью, муниципалитетом и бизнесом, который работает непосредственно в транспортной инфраструктуре. Це саме ви розповідали про інвестиційні, так би мовити, зупинки. Ні, це я розказував, це другі. Да. Інвестиційні остановки – це тоді, коли приходить інвестор, ставит полностью остановочный комплекс и берет там в аренду определенную торговую площадь и с нее потом, соответственно, зарабатывает какие-то деньги. Рекламную площадь, так? Рекламную площадь и торговую. Соответственно, после и зарабатывая с этого какие-то деньги. А вот эти остановки, которые 16 мы презентовали, они так называются, такое их название, это как меценатские. То бишь там нет никакой коммерции, там нет никакой торговли. Это просто антивандальный остановочный комплекс, который располагается на красных линиях нашего города по движению этих маршрутов, да, перевозчики которых участвуют в этом меморандуме, и они на сегодняшний день представлены и безвозмездно переданы на баланс города. В Дніпрі інколи навіть ми бачимо розбиті зупинки, навіть нові. Так? А ви розповідаєте про антивандальні зупинки. Що це за зупинки? Вони мають якийсь захист від зловмисників? Архетип остановки принят, соответственно, исполкомом. Над ним работали архитекторы и работали сотрудники профильного коммунального предприятия, которое занимается установкой остановок. И, безусловно, главная идея была та, что остановки должны быть антивандальные. Но, вы понимаете, к сожалению, вандалы бывают разные. Да, и поэтому мы вот встречаем, да, мы встречаем в городе такую ситуацию, что ночью даже антивандальные остановки их умудряются разбить. Я не знаю, с какой ненавистью или с какой силой это происходит, или какие подручные средства используются для этого, но та антивандальная остановка, которая имеет по ГОСТам определенные там, категории защиты, она не выдерживает. Но приходится их менять, как бы выделять дополнительные деньги из бюджета и, соответственно, производить замену этих поврежденных конструкций либо поврежденных деталей. Ну а так в городе, безусловно, все остановки, они антивандальные. Зрозуміло. Але ж, а хто ремонтує? Я так розумію, у вас є відділ, який займається ремонтом та оцінкою? Ну, у нас його немає, тому що я депутат, і у нас в комісії його точно немає. Але є профільний департамент, департамент транспорту, є профільне комунальне підприємство, яке є балансодержателем всіх цих остановок, і, відповідно, ну, це комунальне підприємство несе відповідальність за там, облагораживання, там, щоб вони були в відповідальному стані. Эти остановки, и, безусловно, из денег этого коммунального предприятия происходит ремонт этих остановочных комплексов, поврежденных так называемыми вандалами. Ми знаємо, що мешканці міста деякі самі пишуть вам заявки на зведення нової якоїсь зупинки, там, де її взагалі не було. І жителі чекають просто неба на якийсь транспорт. І чи є в планах в цьому році, і якщо є заявка, то встановлення нової зупинки, це для цього місця, це першочергове? На самом деле, я хочу сказать, что заявки пишут даже в Facebook. Вот буквально ко мне вчера пришли. А чи вони котуються в Фейсбуці? Ну, мы как депутатская комиссия, мы принимаем эти тоже заявки. И, безусловно, мы даем поручение коммунальному предприятию их отработать, проверить, дать нам какую-то оценку целесообразности установки данного остановочного комплекса там. И соответствует ли он по всем нормам ДБНам и ГОСТам. Да, есть... Как делятся заявки и как подбираются те объекты, которые будут установлены? Например, на 2020 год у нас запланировано поставить 77 новых остановок. Всего. Адреса на сегодняшний день еще формируются. Формируются они сначала на основании обращения граждан. Например, если у нас есть там по адресу Богдана Хмельницкого, проспекту Богдана Хмельницкого, там 35 обращений. Соответственно,
Эта остановка у нас на сегодняшний день в приоритете. И также дальше по количеству обращений. Ну, и это с одной стороны формируется коммунальным предприятием, ну и с другой стороны это целесообразность установки в том или в ином месте. Например, есть такие остановки, наверное, где людей рядышком не так много проживает, но там находится, например, там ДГУ или какая-то больница. Человек из предприятия. Или общежитие, да, какое-то. И, соответственно, мы тоже, вернее, департамент транспорта со своими специалистами тоже, безусловно, рассматривают приоритет установок таких подобных комплексов. Вот, например, я могу сказать пример, это около в районе юридической академии, напротив, по стороне движения в сторону Карла Маркса. Там находится рядом и юр-университет, и находятся два больших общежития, так, и находится какой-то там даже бизнес-центр. Соответственно, если там будет возможность позволять, потому что там очень узкое дорожное покрытие, вот пешеходное покрытие, если оно по нормам, по ДБН будет позволять установить туда остановочный комплекс, то я думаю, что мы тоже его необходимо там ставить. Я думаю, что в ближайшее время, в этом году, мы сможем вместе с коммунальным предприятием, с департаментом транспорта его установить. Зрозуміло. Тобто зараз ми можемо порадити нашим глядачам, щоб вони, якщо їм потрібна нова зупинка, щоб вони збиралися і надавали заявки. Да, до департаменту. Чтобы собирали заявки, собирали подписи и подавали в департамент транспорта. Департамент транспорта их обрабатывает и, соответственно, сбрасывает их в профильное коммунальное предприятие. А профильное коммунальное предприятие уже ведет счет, какое количество обращений, по каким адресам уже есть в наличии. Дякую вам. А що тоді з електротранспортом? Чи чекати тролейбуси жителям, наприклад, Придніпровська та 6-ї перемоги? Ну, концепция городского совета и профильной депутатской комиссии – это, конечно, ставка на электротранспорт. Мы убираем на сегодняшний день, стараемся убрать, и, в принципе, в новой транспортной вот этой сети, которая будет представлена, вернее, реализована до 2021 года, вернее, до третьего квартала 2021 года, мы максимально уберем все дублирующие маршруты, которые дублируют электротранспорт. Вы знаете, что в прошлом году мы закупили большое количество троллейбусов. Новых троллейбусов и троллейбусов, которые ходят на автономном ходу. Это было реализовано в рамках взаимодействия с банком ЕБРР. Что касается направления Приднепровска и Победы. По Приднепровску мы запустим уже маршрут в этом году. По Приднепровску. Приблизительно протяженность данного маршрута будет составлять 18 километров. Ориентировочная пассажиропропускаемость ежедневно мы планируем около, ну, вернее, не мы планируем, мы получили данные, на основании которых мы делаем выводы, это 8-9 тысяч в день пассажиров. Что касается Победы, то там, конечно, есть вопросы, потому что для того, чтобы запустить данный маршрут на Победу, на шестую, нам необходимо ставить опорные сети. Для того, чтобы ставить опорные сети, это гораздо больше необходимо денег из бюджета. Это направление у нас тоже в приоритете, но, скорее всего, в этом году мы его не успеем реализовать и открыть. Но мы работаем над этим, департамент над этим работает, и профильная депутатская комиссия знает об этой проблеме, и данное направление на Победу для нас является приоритетным. Тепер хочу поговорити про дуже актуальну тему серед громадян нашого міста – електронний квиток. Так, які новини в цьому напрямку? Електронний білет – це больна тема і депутатського корпусу, і жителів нашого міста, але, к сожалению, пока вопрос по электронному билету, он стоит в замороженном состоянии. Объясню почему. Главная проблема – это необходимость внесения изменений в закон Украины, которые должны сделать народные депутаты. Объясню, в каком законе и где надо сделать изменения. Первое – это внести изменения в податковый кодекс Украины по поводу того, чтобы единый билет не облагался 20% НДС.
Потому что как только мы введем единый билет по нашему транспорту, стоимость транспорта вырастет сразу на 20%. Соответственно, на сумму этого НДС. Плюс обслуживание этого электронного билета тоже стоит какие-то проценты. Ну, это есть формула, там 4-5%, 6% стоит там еще обслуживание. То додається ще 25% к стоимости проезда будет прибавлено. Это мы не можем этого допустить. Второе, это необходимо внести в закон о транспорте, изменения в закон о транспорте в рамках того, что горсовет может заказывать транспортные услуги у транспортников. На сегодняшний день такой у нас возможности нет, но... То бишь, ну, если было бы внесено изменение в закон, и город мог бы заказывать транспортную работу у перевозчиков, то, соответственно, это тоже нам бы дало возможность считать стоимость проезда машины не по, за одного человека, а по километражу. Это тоже очень важно. Поэтому изменение в два закона приведет к тому, что мы сдвинемся с мертвой точки, вернее, там, где мы остановились, и все-таки уже подойдем вплотную и примем электронный билет, который будет работать на территории нашего города, будет работать и в электротранспорте, и в маршрутных такси, и в метро, и, ну, и как бы на всем нашем муниципальном транспорте. Зрозуміло. Ще одна велика тема. Українці, особливо люди з інвалідністю, мріють про безбар'єрність і доступність громадського транспорту, звісно, для людей з інвалідністю. А чи буде транспорт Дніпра доступним для всіх? Да, які плани у вас на цей рік по змінам в цьому напрямку? Чтобы транспорт и остановочный комплекс, и вся транспортная инфраструктура была доступна для людей с инвалидностью, это главная наша задача, о которой мы всегда помним. Мы довольно-таки часто взаимодействуем с общественными организациями, которые представляют людей с инвалидностью. Вот все троллейбусы, которые новые куплены, они приспособлены под то, чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью. Остановочные комплексы, которые новые ставят, где-то есть бордюра понижения, где-то есть специальные там заезды, где это необходимо, ну, где там высокие бордюры. Там, где установлены остановки и там нет бордюра понижения, это будут дополнительно выделенные деньги для этого из бюджета, и, соответственно, со временем бордюр будет понижен для того, чтобы было удобно данной категории. Что касается трамваев, ну, трамвай, к сожалению, не получается пока переоборудовать под данную категорию людей, потому что все заключается в колее. Наши колеи, они просто не предназначены для того, чтобы была такой низкий клиренс, низкая посадка у трамвая. Сначала для того, чтобы можно было использовать такие низкополые трамваи, нам необходимо заменить колею. Потому что колея просто, ну, нам приходит на комиссию горэлектротранспорт с разными там докладами по поводу состояния колеи нашего города. Ну, даже страшно об этом говорить. Во многих она просто кривая, косая, разбитая. Соответственно, ну, мы все понимаем, что колея стоит колоссальных денег, но вот насколько хватает там возможностей и средств, то электротранспорт их ремонтирует, делает, но для того, чтобы полностью перейти на низкополый трамвай, нам необходимо сначала привести в порядок трамвайные колеи. Ще я чула, що якісь зміни плануються на 116-му маршруті. Чи це так? Розкажіть. Да, на самом деле они не планируются, они уже введены. К нам в комиссию поступало большое обращение жителей города, которые проживают на улице Гоголя, на улице Дзержинского, новое название Вернадского, что после того, как был снят с маршрута троллейбус номер 4, после разных реформирований транспортных сетей, там даже маршрутка перестала ходить в сторону движения с Карла Маркса и в сторону парка Шевченко. Соответственно, мы проработали возможность
проезда по данной улице перевозчика, который осуществлял раньше маршрут, он проезжал по Карла Маркса, это маршрут номер 116. Мы предложили перевозчику, основываясь на большое обращение граждан, изменить трохи маршрут. Да, и теперь дальний маршрут едет вверх по Карла Маркса, доезжает до Дзержинского, поворачивает налево, идет мимо таможенного университета, мимо медуниверситета, проезжает, пересекает Рогалева, доходит до парка Шевченко, до соборного исполкома, поворачивает вверх, доезжает до остановки трамвая на Соборная площадь и дальше едет на Гончара. И дальше едет по своему же маршруту в сторону Тополя 3. То бишь мы заменили отрезок от по Карла Маркса от Гоголя до Олеся Гончара. Мы заменили его, соответственно, движением по Дзержинского, мимо парк Шевченко, мимо исполком Шуфневой, потому что мы знаем, там сейчас большое количество, там находится СНАП трех районов, туда большое количество людей сейчас ездит за получением различных документов. И да, вот буквально 3-4 дня назад данный маршрут уже ездит таким образом. Ну, хотим услышать обратную связь от жителей и услышать их мнение, стоит ли внедрять дополнительные графики движения по 116-му, либо оставить так, как все есть. Ну, поэтому ждем обратной связи. Зрозуміло. В нас вже залишилось небагато часу, але хочеться дізнатися, які пріоритети має зараз депутатська комісія. На самом деле планов очень много, и они очень амбициозные, но расскажу про головное, будь такой, ласка. Самый такой, который стоит просто у нас уже, стоит перед нами, и мы его пытаемся реализовать, и мы его даже уже реализовали частично, это бесплатные дневные парковки для участников АТО и для семей погибших, семьи загибших героев. То бишь это две данные категории, которые мы комиссии предложили, чтобы они не облагались платой за парковки в нашем городе, за дневные парковки. Были проведены тяжелые переговорные процессы с участником парковочного рынка, с департаментом, с депутатской комиссией. Мы пришли к тому, что на самом деле оператор, который работает на данном рынке, он не будет взимать плату с участников антитеррористической операции. Как это происходит на сегодняшний день? Если у тебя есть ОБД, участник боевых действий, если на тебе оформлена машина, у тебя есть паспортные данные, в которых прописано, что ты живешь в городе Днепр, ты имеешь прописку, то, соответственно, подав эти копии этих документов к нам в комиссию, человек, участник боевых действий, имеет право безоплатно пользоваться дневными парковками нашего города. На сегодняшний день довольно-таки большое количество уже людей подало, и они все пользуются этой такой функцией или такой льготой, и мы надеемся, что скоро мы его все-таки сессионным решением тоже закрепим. Який саме процес отримання цієї пільги? Тобто до вас звертаються, надають потрібні документи, і ви видаєте якийсь квиток на безкоштовне паркування? Чи... Ні, це працює в тестовому режимі. Нам приносять копії документів, ми їх передаємо, їх вносить оператор в базу, що це люди, яких вони не облагають платою. Вони у них числяться як оплачені. Тобто чоловік під'їжджає, учасник то да, каже свою фамилию, чи там же есть инспектора, которые ходят и штрафуют. Они подходят и вносят каждый номер машины себе в базу и смотрят, заплатила эта машина за парковку, либо нет. Вот данная категория машин, она в базе инспекторов числится как оплачена. Зрозуміло. Дякую. Это такой маленький подарок, который мы могли сделать своей комиссией для наших ребят, наших героев, которые защищают нас на востоке нашей страны. Згодна, це дуже потрібно. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що в нашій студії був депутат Дніпровської міської ради, голова комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку Каміль Примаков. Дякую вам. На все добре.